Так, друзьяки, всем привет, с вами Капанда, сегодня играем в Roblox на Place UFO Invasion Simulator. Короче, симулятор инопланетянина. Меня похитили пришельцы, укусили, и я превратился в одного из них. Смотрите, я стал пришельцем. Мне выдали вот эту летающую тарелку и сказали: так, Капандыч, будешь летать по городу, все разрушать и забирать животных и людей. Возможно, и людей я еще не пробовал. Вот смотрите, под нами есть такая лошадка, ничего не подозревающая. Давайте жмякнем Q и заберем ее. Хоп, где у нас супер луч? Вау, мы засосали лошадку. Мой, мамочка, а почему она взорвалась? О, привет, братюня, здорово. Как дела? Ты тоже на этой летающей тарелке, я смотрю, летаешь. Так, она почему-то взорвалась. Короче, нам дают деньги за то, что мы тут все взрываем. Смотрите, еще есть ракеты. Бум, жмяк, вот так, хлобысь, хлобысь, хлобысь. Ракеты полетели, бэм-бэм-бэм-бэм. Наша ферма покоцалась. Но лучше ей, конечно, будем ее разрушать нашим лучом. Супер луч. О, вот так, бам, сразу сгорело. Ну-ка сюда. И на тратится энергия. Так, что-то мы делаем. Кстати, жмякаем на пробел и взлетаем наверх. Уху! Полетели, энергия тоже тратится. Жмякаем ракеты. Ю-у-у! И энергия тоже тратится. И когда мы жмякаем наш луч, прожимаем. Бэ-бэйс! Тоже тратится энергия. Ну, потому что энергия очень дорогая нынче, конечно. Все не... Даже у пришельцев дорогая энергия. Ну, что делать? Давайте пойдем посмотрим кого-нибудь. Так, по мне там все бодает, а? Только разойдись. На, получай, 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 получай ракетами. Да, вот такое. О, пшеничка. Можно пшенички наворовать? Я сейчас наворую пшенички и сделаю всех хлебушек. Ю-ху! Понятно. Тратится энергия, а пшеничка никак не восполняется. Так, нам даются деньги, и за эти деньги мы можем прокачать. Это уровень, это скорость. Кстати, давайте прокачаем скорость нашей летающей тарелки. Это уровень ракет. Скорость ракет. Это уровень повреждения ракет. Как ракеты больше повреждают. Это уровень луча нашего. Ладно, давайте все маленечко качнем, пока есть лавандосик наш. Но нам больше всего, я так понял, прокачивать энергию. Потому что энергия — это наше все. Ну все, полетели. Так, там мы ломали какие-то фермы нубовские, они неинтересны. Давайте попробуем дома поломать. О, домик, хаос, 8 уровень. Интересно, наверное, чем больше уровень у них, тем больше дают денег. Давайте попробуем пожмякать лучом. Бенчик, нет, не то. Во-во-во-во-во, нифига себе, как у него медленно отнимаются-то жизняки. Сейчас будем долго ждать, пока энергия, что ли, восстопится. Так, мне, наверное, нужно энергию будет еще потом прокачать, да? Во-во, кто-то мне будет помогать, да? Братюня, ты там аккуратненько, тебе-то тут научили тебя вводить тарелку эту. Мне-то что-то ничего не объяснили, сказали: вот, Капандыч, держи, будешь это. О, он еще и ракетами толчит, давай, прожимай. Я прожимаю, и лучшие ракеты, и хлобысь, хлобысь, хлобысь. О, у него как утекает жизня. И деньги текут, да, нам? Надеюсь, начальник будет нами доволен. Какой-нибудь инопланетный пришелец. Самый главный босс. Короче... Он инопланетный босяра какой-то будет у нас принимать наши лавандосики, которые мы ему потом принесем. Надо же будет тарелку-то сдать, наверное. А может, мы ее не будем сдавать? Можно я себе заберу, а? Я их все в гараж поставлю, и все. А мне нравится. Она такая миленькая, уютненькая. Смотрите, как я в ней смотрюсь. Нормально же, да? О, смотрите, там какой-то есть большой город. Давайте-ка туда слетаем, глянем, что у нас там есть. Сейчас я добью вот этот домик. А, домик 10 уровень. Давай, братюня, помогай мне. Помогай, помогай, помогай. А то начальник мега-босс пришелец с нами не будет доволен. Скажет, что что-то мало всего разрушили. Все, уничтожили этот дом. Полетели, глянем, что там есть. Тут у нас такой миленький пригород, я так понял. О, мост. А мост можно разрушить? О, смотрите, бридж 25 уровня. Мост. Да вы что, я его буду долбить до самого утра. Ну-ка. Хип. Напрягли булочки. Булки напрягли. Мало, капец, как мало отнимается. Ничего мы ему не отнимем. Потом у нас есть здоровые здания 35 уровня. Вау. Ну-ка, можно их хотя бы ракетами? Эй, я застрял. Так, сейчас кому-нибудь в окошко запущу. Надеюсь, там никого нету. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Ракеты пошли. Бо. Ничего не отнимает. У меня слишком слабый. О, какой-то братюня стоит. Чувачела. Так, тихо. Мы будем действовать как ниндзя. Потихонечку подлетаем, зависаем и жмякаем. Опять не то жмякаем и жмякаем. Оп, засосали. А, девочку какую-то засосали. Мамочка, она взорвалась. А что они все взрываются? Я же их хотел на эксперименты забрать. О, там кто-то что-то пытается большое сломать. Давайте ему поможем. Госпитал.
Короче, они больничку хотят сломать, чтобы справки замутить и в школу не ходить. Ну-ка, давайте им поможем. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Главное, по ним не попасть-то, а. Ага, аккуратно, аккуратно. Там здоровается, тоже со всеми поздоровался. Всем привет, кого не видел. Давай, ку. Мамочки, как медленно текет-то все, мы будем до утра тут долбить. Вау, очень долго будет, ну-ка. Подвиньтесь, ребята, я хочу наверх. О, там наверху кто-то пытается задолбить. Да. Блин, мне даже силы не хватает туда залететь. Ну-ка, подвиньте. Энергию накопим сейчас. Давайте апнем ее еще. Энергию. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. На 30 уровне прокачали. Раз, два, три, булки напрягли, полетели. Давай-д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 авай
Тихо, девчуля, подвинься. Подвиньтесь, я говорю. Все, тихо, я залез. Теперь будем ломать потихоньку. У него 500 уровень. Уровень номер 500. Мамочки, не горю. Да мы же тут будем до утра его ломать. Это какая-то у нас Empire State Building. Короче, супер здание, небоскреб. Мамочки, конь здоровый. Какие мы мелкие по сравнению с ним, да? О, вот так прикольно смотреть, да? Со своим хомяком. Уху, я на летающей тарелке. Юху. Да, ломать будем долго. Но что делать? Давайте попробуем. Друзья, смотрите, мы почти разломали эту башню. Бенч! Еху! Наконец-то! И что нам дали? Нам ничего не дали, что ли? Она просто исчезла и все. Зато я прокачал до 80 уровня уже. Ха-ха. И, кстати, эта башня называлась Трамп Тауэр. Башня Трампа. Ну, это президент нынешний Соединенных Штатов Америки, если кто не знает. Так, а что у нас чувачок тут стоит без хобби? Чувачела, полетишь со мной на Марс? Оп, все, засосали, нету чувачка. Стоял, никого не трогал, он ее хлобысь и на Марс забрали. О, еще сколько народу, всех засосем сейчас. О, я хороший работник. Я хороший инопланетный захватчик. Лос, готов, еще один. Иди ко мне, мой хороший. Опа-на. За них, кстати, денежки дают. Нехорошо так, наверное, людишек-то засасывать. Ну, ничего страшного, я их потом верну. Мы на них там поизучаем маленечко на Марсе и на месте им. Вот где я взял, туда и поставлю. Вот раз, два, три, четыре, пять. Как стояли, даже ничего не заметят. Как было, так и останется. В общем, ребята, вот такой прикольный режим. Ссылка будет в описании. Кому будет интересно, заходите, рубитесь. Я тут маленько еще потом попробую, прокачаюсь и поиграем. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Пока-пока.